Дело в том, что алкоголь сам по себе ускоряет метаболизм пуринов, и они в печени превращаются очень быстро в мочевую кислоту. Во-вторых, алкоголь сам по себе способствует образованию мочевой кислоты. И в-третьих, из-за алкоголя печень вырабатывает молочную кислоту, которая потом мешает нормальному выведению мочевой кислоты почками. Итак, второе правило, категорический отказ от алкоголя. Категорический. Вот написали, вот подчеркните тремя жирными, там я не знаю, чем-то, что там у вас есть. Это касается любого алкоголя, особенно пива. Да, я понимаю, что это тяжело для мужиков, но подчеркните, и надо это понимать, что все, мы свое выпили, увы, увы и ах. Мы должны придерживаться изменения образа жизни, которое должно нас сопровождать всю нашу оставшуюся жизнь. Надо это воспринимать спокойно. Это ваш крест, который надо нести. Ну все, весь алкоголь выпил. Инвалидом быть не хочется лежачим. Это крест, который нужно нести теперь всю жизнь.